вообще как бы проверить эффективность нашей работы. Вот исправляется сердце или нет в процессе работы? Зот шила това. Эх анахну холим левдок, а им анахну миткадмим. Хороший вопрос. Как мы можем проверить, что мы продвигаемся? Может быть, мы не продвигаемся, может быть, мы запутались. Как мы можем увидеть? Мы можем увидеть это в интенсивных состояниях, которые сменяют друг друга между отторжением и объединением внутри десятки. Согласно этому. И на первых этапах это очень трудно увидеть. Мы не ощущаем в изменениях между нами, когда нет. Потом постепенно это становится более ощущаемым в человеке. Он строит в себе модель, и там он ощущает десятку. И так продвигается. А что это за модель, которую он строит у себя? Он строит внутри себя модель десятки правильную, когда все мы, все его товарищи, и он, все они соединены в одну систему, которая все время продвигается в отношениях между ними к любви. И это, по сути дела, суть Творца.